Привет, ребята! Вы на канале Малышарин ТБ. Помните нашу кошечку Кики и собачку Фифи? Давайте в нее сегодня поиграем. Кстати, спасибо, что ставите лайки и пишете комментарии. Начнем? Так, а вот и наш салон для нашей кошечки и собачки. Что мы с ними будем делать сегодня? Что вам больше всего понравилось в этой игре? Давайте сделаем прическу нашей кошечке. Ой, она уже почти готова. Сейчас начнем. Так, что это у тебя с волосами? Что здесь можно сделать? Можно подстричь, завить. Может быть, бигуди сделаем какие-нибудь? Вон, кудряшки. Нет, что-то мне они не очень нравятся. Ребята, а вам нравятся кудряшки? Ничего себе, они ножницами убираются. Вот это да. Так, отлично. А если расческой? Вот так-то уже лучше. Челочка очень красивая. Тут можно разные, оказывается, вещи делать. Вот, выпрямим волосы. А как интересно челку оставить? Вот так можно попробовать челочку сделать. И немножко ее подстричь. Ну что? Да, мне тоже кажется, что не очень. Ладно, давайте просто выпрямим и пойдем дальше. Посмотрим, что тут можно сделать. Я что-то уже и забыла. А, так тут можно волосы красить. Вот это круто. Ребята, какой цвет у вас самый любимый? Можно даже рисунок, наверное, нарисовать. А, нет, тут нельзя рисовать из центра. Так, еще немножко. Отлично. Давайте еще розовым немножечко. Или вот этим цветным. Цветной вот мой самый любимый. Всегда красиво получается. Какие-то полосатые волосы будут у нашей кошечки. Как вы думаете, ей понравится? Какие-то знаки бесконечности получаются прям. Отлично. Что-то неплохо рисуется. Давайте заново нарисуем. Давайте вот эти розовые сделаем. Они так подойдут нашей кошечке. Отлично. Еще немножко. И будет готовая прическа. Ребята, а вы играли уже в эту игру? Кто играл, обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. А кто не играл, попробуйте скачать эту игру и поиграть. Так, так. Ну прям точно тон в тон кошечке подходят волосы. Отлично. А, здесь еще украшение можно выбрать. Нет, это не будем выбирать. Цветочек может? Вот сюда. И бантик. Так, что тут еще есть? Может быть, косичку? Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, она не очень сюда подходит. А вот это подойдет. Ладно, думаю, достаточно. Ну что, тебе нравится? Да, смотрите, как ей понравилось. Даже монетки заработали и бриллианты. Улыбается, такая милая. Так, а тем временем наша собачка хочет, чтобы вы сделали ей маникюр. Ну пойдемте посмотрим, где там маникюр у собачки делать. Вот он. Так, ты где так лапки испачкал? На улице бегал? Понятно. Сейчас ты будешь чистый. И твои ноготки мы приведем в порядок. Смотрите, они какие-то все сломанные. Так, теперь причешем. Конечно. Или что это? Да, расческа. Специально для собачек. Ребят, а у кого-нибудь дома живет собачка? Вы тоже ее причесываете? Так, да, ноготки. Отлично. Замечательные, красивые ноготочки. Последний остался. Так, а здесь что? Можно покрасить разным лаком. Смотрите, какой золотой. А этот?
Здесь какой-то узор есть. Тоже красивый. Нет, такой я не хочу. А может быть вот этот? Давайте вот такой сделаем. С зигзагами. Так, так, так. Еще немножко. Интересно, все ноготки будут одинакового цвета? Так, все, отлично. Мне кажется, нашему песику понравится. О, здесь можно еще выбирать. Круто. Ну теперь мы точно сделаем разноцветные. И еще один голубой. Отлично. Еще есть разики можно выбрать. Вот это здорово. Только они какие-то большие слишком. Так, а дальше что? Все, наш песик доволен. Теперь и кошечка захотела, чтобы мы сделали ей маникюр. Ну ладно, раз просит, сходим и сделаем. Такая смешная улыбка у нашего песика. Ребята, кому нравится его улыбка? Пишите в комментариях. Кстати, наверное, ведь это девочка. Так, теперь кошечка тоже вся извозилась. Смотрите, какая она грустная. Мне даже ее немножко жалко. Ничего, сейчас ты станешь довольна. Так, и кошечку тоже нужно причесать. Ты что, аж трясешься как будто бы. Мы ведь не будем тебе больно делать. Мы только приведем твои лапки в порядок. Так, отлично. Смотри, какие красивые ноготки у тебя. Супер. Сейчас еще покрасим, и будет супер красота. Так, так, божьи коровки, ничего себе. Вот это красотища. Кто любит божьих коровок? Пишите в комментариях. А это что? Кексики. Тоже очень круто. Так, что же выбрать? А это что, арбузик? Точно, это арбуз. Ну тоже красиво. Я прям даже не знаю, что и выбрать. Ребята, что бы вы выбрали? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Какие ноготки самые красивые? А я, наверное, выберу божью коровку. Я люблю божьих коровок. Они такие милые. Так. Все нужно аккуратненько прокрасить, чтобы наша кошечка была довольна. Так, еще немножко. Отлично. Так, еще немножко. Отлично. Почти все готово. Осталось совсем немножечко. Отличненько. Все. Красивые ноготочки. Кто бы тоже хотел себе такие ноготки? Так, а тут тоже есть блестящие. Красивые. Так, а тут тоже стразики можно выбрать. Ну, давайте купим что-нибудь, что ли. Ну и такой купим. Нам для нашей кошечки ничего не жалко. Отлично. Давайте только вот на этот ноготок сделаем. Ну что, довольна наша кошечка? Ой, смотрите, какая она радостная. Я ведь говорила, она больше не будет грустить. Так, собачка что-то хочет. Ой, прическу захотела наша девочка. Так. Немножко пенки. Что, интересно, мы будем делать? Как думаете, ребята? Даже собачка удивилась. Так это, наверное, краска? Нет, смотрите, прическа какая-то блестящая стала. Ничего себе. Так, теперь высушим. Такая опять улыбка смешная. Я прям не могу над этой собачкой. Такая она забавная. Это что за причесочка? Челочка? Ничего себе, какие у тебя длинные волосы. Ребят, вы видели, какие длинные у нее волосы? А это что? Можно сделать и кудряшки, и челку. Давайте так и попробуем сделать. Так, еще немножко. Супер. Теперь челочку не задеть бы. Так, с другой стороны. Как вам наша собачка? Кому нравится? Пишите в комментариях. Все, супер. Немножко челочку задели, но сейчас попробуем поправить. Все, отлично. Так и оставим. Она такая смешная. Даже подстригать ничего не будем. А здесь что, краска? Даже не знаю, как тебя и покрасить. Давай попробуем челочку покрасить одним цветом, а волосы другим.
Так. Сложно не попасть на волосы. Ладно, думаю, так хватит. Слишком тоненько как-то красится, не очень удобно. Так. Что-то мне не нравится. Давайте тогда только челку покрасим. Может быть, в черный цвет? Нет, черный тоже не очень красивый. Ладно, давайте вот этой цветной тогда все покрасим. Смотрите, аж какие-то сияния и блестки появляются. Ну что, тебе нравится твоя прическа? Так, отлично. Пусть будет такая полосатенькая. Интересно, а можно еще чем-нибудь украсить? Вот, какие-то бриллиантики. Разные, так много. Что тут еще есть? Сердечко и лапка. Красота! Как вам наша собачка? Ой, опять она улыбается. Такая все-таки она забавная. Ну что, еще что-нибудь с ними поделаем? Или будем заканчивать? Мне кажется, наши песики, и собачка, и котик, вернее, уже довольны. Я думаю, достаточно на сегодня. Ставьте лайки и пишите комментарии. А также пишите, что сделать им в следующий раз. Какую прическу и маникюр. Всем пока-пока!